Всем привет! Вы на канале Техноарена, и в этом видео я расскажу вам о лучших пауэрбанках емкостью до 10 тысяч мАч. Сразу отмечу, что реальная отдаваемая емкость у всех участников топа будет ниже, но я постарался выбрать те модели, у которых емкость заметно выше, чем у других пауэрбанков. В ролике я расскажу об их главных особенностях, а если вы захотите узнать стоимость этих пауэрбанков, то сделать это можно будет на сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Итак, устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайки и комментарии, а я начинаю. Одним из лучших вариантов для покупки станет Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential YOF Edition, номинальная емкость которого достигает 5800 мАч, что обеспечивает полную зарядку большинства современных смартфонов. А, например, iPhone XS от такого пауэрбанка можно будет зарядить 2,5 раза. Кстати, заряжать от такого пауэрбанка можно сразу два смартфона, один с помощью USB кабеля, а второй беспроводным способом. Аккумулятор отлично заряжает смартфоны от Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei, поддерживающие технологию беспроводной зарядки. Причем делает это даже если смартфон находится в чехле. Также стоит отметить, что он поддерживает быструю зарядку как беспроводным способом, так и при подключении через кабель. Из других особенностей Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential YOF Edition стоит отметить приятное на ощупь прорезиненное покрытие, которое препятствует выскальзыванию аккумулятора из рук. Также стоит отметить, что данный пауэрбанк соответствует требованиям для провоза в самолете, а предусмотренная в нем многоуровневая система безопасности исключает риск перегрева, короткого замыкания, перегрузок и других неполадок. Короче говоря, отличный пауэрбанк, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Следующий герой нашего топа – Basius Magnetic Wireless Quick. Он тоже может похвастаться возможностью беспроводной зарядки, при этом к данному пауэрбанку можно будет через кабель подключить еще два и таким образом одновременно заряжать сразу три устройства. Заряжает Basius Magnetic Wireless Quick быстро. Например, ему понадобится всего полчаса, чтобы восстановить до 50% заряда батареи у iPhone 12. А устройство с меньшей емкостью аккумулятора он будет заряжать еще быстрее. Ну а реальной емкости у Basius Magnetic Wireless Quick хватит, чтобы обеспечить один или даже два полных цикла зарядки многих современных смартфонов. Из других особенностей этого пауэрбанка стоит отметить, что он имеет углубление на корпусе, предусмотренное специально для смартфонов с вытянутыми линзами камеры, поэтому он не будет их царапать. Также данный пауэрбанк примечателен собственной быстрой зарядкой, компактными размерами и наличием экрана, который отображает уровень оставшегося заряда. Еще один представитель компании Basius в нашем топе – Basius Powerbank 20W. В отличие от предыдущего пауэрбанка, попавшего в наш топ, он не имеет возможности заряжать устройство беспроводным способом. Зато у него имеется дополнительный USB-разъем, поэтому он сможет одновременно заряжать сразу три устройства. И самое главное, что делать это будет быстро, так как данный пауэрбанк поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Из других особенностей этого пауэрбанка стоит отметить компактные размеры и небольшой вес, что обеспечивает удобство ношения его с собой в сумке или карманах одежды. Также стоит отметить, что он имеет приятное на ощупь покрытие, препятствующее выскальзыванию пауэрбанка из рук. А еще на его корпусе имеется дисплей, благодаря которому будет удобно отслеживать оставшийся процент заряда. Короче говоря, это хороший вариант для покупки. Напоминаю, что если вам понравился данный пауэрбанк, то в описании под роликом вы можете найти ссылки на интернет-магазины с выгодными ценами на всех участников данного топа. Далее у нас идет Xiaomi Mi Power Bank 3. Его номинальная емкость достигает 5500 мАч, что обеспечивает полную зарядку большинства современных смартфонов, а какой-нибудь iPhone XS два раза. Данный Power Bank оснащен разъемами microUSB и USB-C с максимальной выходной мощностью до 18 Вт, что обеспечивает быструю зарядку смартфонов и других гаджетов. Причем заряжать от него можно будет сразу два устройства, в том числе и гарнитуры или фитнес-браслеты, так как у Xiaomi
Xiaomi Mi Power Bank 3 имеется функция зарядки малыми токами, рассчитанная специально на гаджеты с маленькой емкостью аккумуляторов. Также стоит отметить, что в данном пауэрбанке имеется многоуровневая система защиты от перезаряда, переразряда, перегрева, короткого замыкания и еще много от чего, что гарантирует безопасность как самого пауэрбанка, так и подключаемых к нему устройств. Из других особенностей Xiaomi Mi Power Bank 3 стоит отметить прочный корпус из алюминиевого сплава, который защитит внутренности от падений и ударов. А еще пауэрбанк имеет информативный световой индикатор, отображающий уровень его заряда. Как по мне, это отличный пауэрбанк, а что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Еще один представитель компании Xiaomi в нашем топе – Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Как видно из названия, главной особенностью этого аккумулятора является его компактность. Он меньше любого смартфона, поэтому с легкостью поместится в сумку или карман одежды. И несмотря на такую компактность, данный Power Bank не уступает конкурентам. От него можно будет полтора раза зарядить такие смартфоны, как Mi 10 Pro, а iPhone SE 2 целых три раза. Кстати, заряжать можно сразу несколько устройств. Предусмотренные в нем разъемы USB-A и USB-C с максимальной выходной мощностью до 22,5 Вт обеспечат быструю зарядку смартфонов, а с кабелем Mi Type-C to Lightning можно будет существенно сократить зарядку айфонов различных версий. Кроме того, от этого пауэрбанка можно будет заряжать планшеты, приставку Nintendo Switch, а также гарнитуры и фитнес-браслеты благодаря функции зарядки малыми токами. Помимо этого, Mi Power Bank 3 Ultra Compact может похвастаться наличием LED-индикатора, сообщающим об уровне оставшегося заряда, а также многоуровневой системой безопасности, которая обеспечит защиту от перезаряда, короткого замыкания, перегрева входного и выходного сверхтока и многого другого. Продолжает наш топ Samsung EB-U1200. Производитель предпочел не оглашать его номинальную емкость, но, как отмечают многие владельцы, данный пауэрбанк без проблем обеспечивает полную зарядку смартфонов емкостью 5000 мАч. Плюс к этому еще и наушники. Несмотря на принадлежность к бренду Samsung, данный пауэрбанк хорошо работает и с устройствами других производителей смартфонов и гаджетов. Ну а зарядка от него может осуществляться как с помощью кабеля, так и беспроводным способом. Из других особенностей данного пауэрбанка стоит отметить поддержку стандартов быстрой зарядки Samsung AFC и Quick Charge C2.0 максимальной мощностью 15 Вт, компактные размеры, наличие индикации оставшегося заряда, а также идущий в комплекте небольшой кабель. Завершает наш топ Canyon CNE CPB1007. Этот пауэрбанк снабжен двумя гнездами USB-A и USB-C, что позволяет одновременно заряжать два разных устройства с разными разъемами кабеля. А благодаря поддержке технологий быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 3.0, процесс зарядки батареи смартфонов и гаджетов не займет много времени. Кстати, сам пауэрбанк тоже заряжается быстро, и соответствующий кабель, который обеспечит быструю зарядку, уже предусмотрен в комплекте. Также стоит отметить поддержку сквозной зарядки, что позволяет одновременно заряжать пауэрбанк, пока он заряжает подключенные к нему гаджеты. Помимо этого, данный аккумулятор может похвастаться компактными размерами, наличием световых индикаторов, которые сообщают уровень заряда, а также многоуровневой системой защиты, которая обезопасит его и подключаемые к нему гаджеты от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, сверхтока, перезаряда и чрезмерной разрядки. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, и пишите в комментариях, какой пауэрбанк вы бы купили себе. А я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы знать, когда оно выйдет, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!